Американский актер Джон Хиллерман скончался в Хьюстоне в возрасте 84 лет. Он получил известность благодаря роли второго плана в американском детективном телесериале 80-х годов «Частный детектив Магнум» продюсера и сценариста Дональда Белисарио. Джон Хиллерман сыграл смотрителя Джонатана Хиггинса, помощника детектива Магнума в исполнении Тома Селика, и получил за эту роль «Золотой глобус», а также стал лауреатом телевизионной премии «Эмми». Актер снялся в ряде других сериалов, фильмах «Бумажная луна», «Китайский квартал», «Последний киносеанс», «Киллеры» и «Всадник с высоких равнин». Джон Хиллерман завершил карьеру 17 лет назад.